Всем привет! Стартовал новый ивент. И сегодня мы попробуем закрыть первый этап на все, на максимальный счет. Максимально можно набрать 39 очков. У нас есть рыбки, за которые дают 1 или 2 очка, и камушек, за который ничего не дают, но если в него попасть бомбой, то он не позволит взрыву задеть рыбку. У нас есть две бомбочки. Одна бьет крестиком, то есть не задевает по диагонали стоящие бомбы, рыбки. И карамельная бомбочка, которая бьет по большому, по большой площади, задевая все по квадратику. Но карамельных бомбочек у нас всего 3, поэтому их нужно оставить на дальних рыбок, которые задеть по диагонали будет очень сложно. Время у нас не ограничено, ограничены именно бомбы. И сейчас я вам покажу, как сбить всех рыбок теми бомбами, что у нас имеются в наличии. Бомбы детонируют при соприкосновении с чем-нибудь. Поэтому так их можно просто вот так сбить. А дальше она ни с чем не будет соприкасаться, поэтому их нужно детонировать повторным нажатием. То есть вот так, посерединке бах. И рыбки взрываются. Я слышала, многие пытались мятными бомбочками бить дальних рыбок, но получается, что если бить мятной бомбочкой, то она бьет крестиком и некоторых рыбок не задевает. Поэтому для дальних рыбок у нас карамельные бомбочки. Карамельную бомбочку нужно ровно в центре детонировать, тогда она собьет все 4 рыбки. Ой, кто-то облажался. Ну, принцип вы поняли. Ладно, сейчас я вам покажу еще пасхалочку. Тут есть пасхалочка. Если поговорить с этой курьершей, она нам даст подсказку сходить в горы Светлой Короны. И там можно что-то интересное найти. Давайте сходим. Так. Тут у нас палатка Сумеру откуда-то нарисовалась. Давайте посмотрим, что там. Таинственный суеверный торговец Джала. Ага, вот кто у нас всех рыбок навыпускал. В Сумеру медуз выпускали. Ой, в Сумеру, в Фонтейне. А тут вот торговка из Сумеру тоже своих сумерских рыб выпустила в Мондштадте.
давайте ее арестуем. Да не, не слишком. Ладно, мы только что напали на какую-то тетку. Черт. Может, надо было ее отпустить? Окей, ладно, штраф. Интересно, нам что-нибудь за это будет? В общем, если вы хотите провести этот диалог каким-то другим образом, Хельга стоит возле Кли, где игра, но они появляются только днем. То есть, если у вас ночь, промотайте часы на день. Вот такие дела. Попробуем выбрать другой диалог в следующий раз.